Привет, боец! Я продолжаю свои видеоуроки за здоровый, за трезвый образ жизни, за спорт в жизни каждого человека. Сегодня видеоурок у нас будет по поводу проработки пресса. Почему я его так назвал, да, 3,5 кубика? Потому что много ребята думают, что просидев целую зиму за компьютером с пивком, потом можно за 2 недели накачать себе 6 кубиков и ходить по пляжу, как авторитетный пацан. На самом деле такого не бывает, конечно. Очень много зависит от питания, то есть от количества подкожного жира. То есть как пресс не качай, если там 3 метра жира, то ничего не будет видно никогда. Сегодня покажу тебе такой комплекс. Как раз у меня кончилась тренировочка, после тренировки снимаю это видео. Как раз думаю показать тебе, как я прорабатываю пресс, один из вариантов. Я буду делать 4 упражнения. Система работы, 20 секунд работаем, 10 отдыхаем. Ставишь себе таймер, 20 секунд работы, 10 отдыха. И эти 4 упражнения прогоняешь по кругу. Между кругами сделал 4 упражнения, это один круг. Да? Между кругами отдых 1 минута. То есть постарайся сделать хотя бы 2 круга таких, без установки. То есть каждое упражнение от гонга до гонга, от начала до конца. Получится 2, попробуй вытянуть 3. Что делать? Смотри. Надеюсь, тебе понравился этот видеоурок, этот комплекс упражнений для пресса, который отлично прорабатывает весь пресс, верхний, средний, нижний, стягивает его, делает действительно жестким, таким крепким. Конечно, более подробное и детальное питание, обо всем я рассказываю в своем онлайн-курсе за 60 дней, которым ты можешь познакомиться на моем сайте muaythaisca.com. А в конце этого видео сразу ты можешь получить бесплатные видеокурсы по базовой технике удара в тайском боксе и по самообороне на улице в стиле муай-тай, которые уже очень-очень тебе помогут, особенно на начальном этапе. Подписывайся на канал, ставь лайки, получай мои новые видеоуроки, которые обязательно тебе помогут на твоем пути в спорте, в здоровом образе жизни. Удачи! Empty your mind before this, shapeless, like water. Whatever it flows, or it can grow.